Сотрудники мытищинской полиции задержали 19-летнего жителя Щелковского района, подозреваемого в совершении серии краж. Установлено, что злоумышленник проникал в подъезды многоквартирных домов, расположенных в городском округе Мытищи, и похищал велосипеды, оставленные на лестничных площадках без присмотра. Задержали подозреваемого возле одного из домов на Новомытищинском проспекте в момент продажи ранее похищенного имущества. Правоохранителями установлена причастность правонарушителя к совершению 5 эпизодов противоправной деятельности. Задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Похищенные велосипеды сотрудники полиции вернули владельцам. На данный момент правоохранителями установлена причастность задержанного в совершении 5 эпизодов противоправной деятельности. Сам он признается в 13 кражах. С другом они в подъезд забирали. Все из подъездов? Да. Что вы планировали с ними сделать? Продать. Удалось? Да, все кроме одного. То есть вам удалось все продать, кроме одного велосипеда? Да. Следственным управлением МУ МВД возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.